нас уже такая сложилась добрая традиция зимой встречаться в Сочи, в горах. И я вижу в этом, в общем, целый ряд добрых символов. Сейчас мы с вами обсудим текущее состояние российско-армянского взаимодействия. Поговорим о том, как закончился прошлый год. Он закончился неплохо и с точки зрения торгового оборота, и по различным аспектам нашего сотрудничества, начиная от, собственно, экономического и заканчивая военно-техническим. Если говорить о будущем, то, конечно, нам нужно думать о крупных проектах, помимо развития традиционного бизнеса, который, в общем, и так пронизывает всю ткань взаимоотношений между российской и армянской экономикой. Вот. Ну и, конечно, помимо, собственно, двусторонних отношений, я предлагаю обсудить региональные проблемы. Жизнь достаточно сложная, есть целый ряд непростых вызовов, в том числе у нас в регионе. Вот. Ну а потом мы с вами продолжим обсуждение одной самой сложной проблемы региональной нагорно-карабахского урегулирования уже в присутствии нашего азербайджанского коллеги. Я вас сердечно приветствую и очень рад видеть вас снова в Сочи. Спасибо, Дмитрий, за приглашение. На самом деле эти встречи стали традиционными, они очень полезны. Спасибо вам за те усилия, которые вы предлагаете по решению карабахской проблемы. И на самом деле вот, и эти встречи, и ваши усилия, и то время, которое вы уделяете на решение этой проблемы, позволяют на Южном Кавказе иметь более-менее контролируемую ситуацию. Поэтому на самом деле они очень полезны, и, естественно, это хорошая возможность обсудить наши двусторонние вопросы. Я полностью разделяю то, что прошлый год мы закончили неплохо, во всяком случае где-то около 15% роста товарооборота, существенно, и спасибо за готовность обсудить большие проекты. Для нас это очень важно. Спасибо.